Всем привет! Сегодня мы будем. Я буду вас учить, как я мапперю. Как я мапперю, все понятно, да? Я, конечно, снимал в первый раз, но у меня что-то фигня какая-то произошла от этого. Что-то не получилось. Я там рассказывал, как карту рисовать. Рисовал карту. У меня уже второй раз день карту. Блин, а второй раз рисовать. Из-за этого я просто буду объяснять, как тут все делать, когда буду города выделять. Так, надо сначала обвести, воду, вы поняли, да? Озера, потом острова и потом границы. Ну, это ведь нормально, да ведь? Так, где там еще? Белостока, что ли? Нету Белостока? А нет, Белостока не видно, Белостока. Ну ладно, так, что тут еще могу найти? Так. А, вот Витебск. Блок, чего? Так. Фиг пойми, какой город. И еще фиг пойми, какой город. И еще фиг пойми, какой город. Так, тут ничего нету. Ну, все. Теперь можем это дело удалять. Это надо копировать. Клонировать слой. Теперь фильтр. И там надо отбрасывать тени. Вот выбираем самый первый, потому что выдает сразу. Вот, теперь там можно все это дело объединить. Города подписывать не буду. Вы, наверное, ведь их знаете. Ай, стой! Я дебилус. Так, это надо так убрать, это тоже убрать. Новый слой, который должен быть под картой. Так, надо Польшу. Так, заливка. Польша должна быть зелененьким. Да блин. Вот. Так. Еще миллиард лет будет. Вот. Польша таким ярким зеленым цветом. Так, я не помню, вроде бы этот островок и вот этот были польскими. Так. Вот еще вот приближать. Так. Миллиард лет почему-то заливаемся. Так, вот так. Вот так. Вот так. Тут нет. Вот так есть. Вот так. Что-то я от вас хода не надумался. Ой, простите. Так, дальше надо сделать. Так, надо сейчас. Сижу. Да, сейчас стойте. Звук выключу. Все. Теперь надо. Так, очень что-то для странного я не шарю. Но не важно. Так. Сейчас надо делать Пруссию или Россию. Что же я сначала выбрал? Так. Пруссия. А, Россия будет более таким темным цветом. Так. Так, у России, да, больше сразу никаких нет. Так. Что еще должно быть тут? Фиг пойми, какая страна. И это вроде Австрия. Или это Австрия? Или это Священная Римская империя, здесь Австрия, а здесь Пруссия, здесь Швеция, здесь Дания. Вообще не шарю. Так, Пруссию красным цветом, таким даже бордовым или каким.
пока подписывать я не буду, потому что мне лень. Потому что я тем более не все знаю. Выделил только те, которые я знаю. Другим я ничего не выделял. Так, это не тот. Сейчас. Ой, что это? Так, цвет нужен. Цвет. Хоть и на карте принадлежала пассии, это тоже миллиард лет заливка будет длиться, миллиард лет. Так, ну давайте я тут все залью и потом продолжим. Ну вот, когда мы тут уже все залили, надо так. Так, это надо выше этого дела. Так, это тоже надо выше. Надо это. Вот так теперь. Надо объединить это все дело. Объединить. Все вот так примерно должно получиться. Фон не знаю, как сейчас изменить. Ну и не надо что-то начинать. Теперь нажимаем на эту кнопку назад и надо сохранить. Желательно в формате PNG. Верно, когда здесь все это есть, надо нажать на эти. На три точки сохранить фото PNG. Сейчас это фото все должно сохраниться у меня. Сейчас зайдем через набросок. А я вообще тупой, я забыл нажать на эту кнопку на фоне. Из-за этого у меня не сохранилось PNG. Ну, ладно, сейчас точно в наброске будем. Когда мы уже в наброске, надо нажать на этот плюсик, на эту кисточку. Альбомная. Так, альбомная теперь. Фон, я всегда его делаю темно-синим, ну или голубым. Она вот таким. Дальше темно-синим сделаю. Так, теперь нажимаю на это дело. Так. Ну. Вот. Так. Стойте. Ну вот, когда мы это уже сделали, вот так вот, все хитро обманули эту программу глупую. Сейчас мы должны нарисовать шарики. Так, первым добавить изображение. Я вроде скачивал себе. Я так использую по кубинскому. Ну, вот это я что-то поэкспериментировал. Конечно, у меня нету флага Речи Посполитой. Или есть. Ну, сейчас я сделаю еще не знаю. Я не буду сейчас халтурить, чтобы каждый шарик не рисовать миллиард лет, а сейчас просто вот так его взять и быстро нарисовать. Ну вот, когда сделали шарик, теперь надо взять, куда-то его поместить. Куда его можно поместить? Сюда. Так, копируем, сюда нажимаем и берем. Билус. Надо было совсем по-другому делать. Я ведь хотел с выпуклостями.
Стойте, ждите. Ну, так вот, я тут уже что-то сделал. Теперь, когда мы тут сделали, надо достать флаг, который нам нужно. Добавить его сейчас. Если его добавлю. Так, так. Сдал. Ну, надо вниз мотать. Я случайно здесь скачал сюда пак Междуморского с флагами. Но не важно, тут у меня миллиард флагов по нему есть. Так, вот. Надо найти флаг Речи Посполитой. Только я не знаю, где он. Вроде у меня рядом со флагом Междуморья. Так, 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 так. Где же этот флаг? Вот это Междуморье, Речь Посполитая. Какой маленький флаг. Смотрим сюда. Давай быстро закружайся. Отмена. Так, нажимаем сюда. Сетки. Так. Так. Так, да блин. А чё в бок нельзя? А вот так. Перфор на сетке. Ай, блин! Так. Так. Вот так. Вот так. Да блин, ой, какая убогая выпуклость. Фу. Какая убогая выпуклость. Так. Давайте сейчас попробуем еще раз. Не получается у меня это, блин, такая программа странная иногда. Ну, классная. Надо вот так. Вообще надо вот так. Так, как вот. Так. Вот так. Все, вот так теперь надо. Вот так. Если форма сетки. А, вот. Нормально. Давай вот так. Делаем вот так, вот так, вот так, и вот так. Ой, как немножко убог. Так. Ну вот так примерно делаем. Вот так, и вот. Ну блин, ну опять что-то не то. Что этот гер, блин, большой. Надо как-то сделать его. Так. Адекватным. Форма перспективы, блин, поможет. Так, так, так. Так, чё? Чё уже запись? А, так, я-то ведь уже... А, ну, да, это как маппер, как я мапперю. Как я мапперю, да, да. Как я мапперю, как я мапперю. Так, ну, первую, так. Мы уже карту сделали, половину дел сделали. Чем делали, я уже просто прошло где-то 5 часов или 3 часа с того момента, когда... Или вообще даже часов 10 прошло с того момента, когда я снимал первую часть. Я еще не помню, что делалось. Помню то, что я пытался нарисовать шарик. Именно вот этот.
А, да, я рисовал альтернативное будущее Речи Посполитой, так я понимаю. Ну, давайте я сейчас покажу, как сделать один шарик. Я немного потренировался на шарике Польши, вот, без названия 47. Что-то миллиард лет загружается, но вы подождите сейчас. Вот, загрузилось. Теперь нажимаем «Преобразить». Делаем масштаб побольше, потому что так надо. Форма проекта, перспективы. Вот так делаем, вот так и вот так. Потом на галочку нажимаем. Потом опять. Вроде должно сработать. Я, конечно, не пробовал. Да, сработало. Я, конечно, не пробовал, но прямо сейчас экспериментирую. Я на этой программе тренировался давно. Многие уже мапперы, благодаря Междуморскому, который заказал все эти программы, растут в этом, как там это, PS-тачи. Потому что там, не знаю, там получается как-то, но у меня получается рисовать в этом, Vibes PaintX, потому что, кстати, у меня появилась группа ВКонтакте, обязательно подписывайтесь, обрезать. Ну, у меня всегда какая-то фигня происходит с шариком Речи Посполитой. Я уберу там все лишнее и вам покажу результат. Вот. Так, вот, когда мы нарисовали шарик Речи Посполитой, как я помню, надо нажать вот сюда, на эти три точки, надо сохранить как прозрачный PNG. Но если у меня сохранится, блин, вот это, я не знаю. Сейчас, стойте. Так, сохрани как прозрачный PNG. Сави. Стойте, сейчас посмотрю. А, я понял. Тут надо нажимать на кнопку Сави Сан Вас С Транслейт PNG. Ну, я, конечно, сохранил, но я сохраню еще при вас. А глазики из собака кубанского вставим потом. Потом, короче, берем, нажимаем вот на это. Ну, вы поняли, да? Так делаем со всеми шариками. Я вам покажу результат. Теперь, когда мы сделали все эти шарики, надо их просто добавить. Я тут немного разобрался, я помню, где я какие страны сделал, только совсем немного. Так. Это первый, это, ну, это последний, который я сделал. Просто у меня тут первый. Так. Так. Вот. Россия здесь где-то. Так, и глаза доставать надо из пака кубанского. Так, ну вы поняли, да, ведь как делать? Я сейчас все сделаю и к вам верну. Ну вот, когда я тут уже все сделал, все шарики сделал, все вообще нормально, надо начать делать сами кадры. Надо придумать сюжет. Что было в реальной истории? В реальной истории Речь Посполитую поделили. Сейчас здесь я нашел карту тогда. Польша в самом рассвете. Ну, вы поняли, да ведь? Сейчас мне надо придумать сюжет. Сюжет надо придумать логически. Так, сейчас я достану их PNG. Так, где это? Делаю, вот. Я всегда использую это, но вы можете использовать свое. И ставьте, ну, яркость, непрозрачность на 60 лет примерно. Я всегда вот так. Например, смотрите. Например, хочу, например, что Пруссия, агрессор, захотела напасть на Речь Посполитую. Так. Ну, вставляем так, вот так, вот придумываем причину. Так. Блин, сейчас стоит. А, вот так. Берем, нажимаем на буковку Т. И так. Русский. Польша. Конечно же, сообщу, да, знаки пропинания все грамотные. Так.
Какой повод для войны? Сейчас придумываю повод для войны. Ну вот, когда вы уже придумали причину и записали, я выбираю всегда Adobe. Ну, всегда выбираю такой шрифт. Он мне больше всего нравится. Выбирайте сами, какой шрифт вам больше нравится. Сейчас надо как-то поместить в это дело все. Так, вот. Я беру, нажимаю на третьи три точки и экспорт как изображение. Так, потом делаем так со всеми разами. Я помогу. Две. Например, пусть Речи Посполит поможет. Больше. Так, вот. Помогу тебе больше. И так, чтобы видео было побольше. Так, конечно, это нелогично, потому что русское царство за Россию. Потому что русское царство очень много воевало с Польшей. Но нормально. Так, потом берем, делаем вот так, убираем эти шарики. Потому что я всегда убираю шарики, когда начинается война. На новый слой. Так, страна-агрессор красным мы заливаем. Ой, как с границами-то неудобно вышло. Да поменьше. Ой, слишком много. Так, там на улице какая-то фигня происходит. Так, ну, когда мы тут залили половину всего, то, что надо. Так. Конечно, нелогично то, что русское царство за Польшу. Кстати, это тоже дело надо отодвинуть, чтобы не мешало. Внизу там фиолетово, вроде Османская империя, я не помню, смотрел на карте. Когда мы тут уже все зальем, так, надо потемнее. Надо будет. Что-нибудь досделать. Анимацию войны. Ну, я делаю, буду показывать, как я делаю. Кстати, это видео делаю ровно год, когда я сделала свое первое видео, как мать перейти на телефоне. Подождите. Может, реально с халтурой России так такая темная, темно-синяя из этого. Я с халтурой сделаю вот так. Чтобы территорию России не перекрасивать лишний раз, я лучше вот так сделаю. Вот. Ну, делаем так, чтобы видео было подольше. Так, спортируй. Блин, я там забыл залить, сейчас залью еще. Так, попал с первого раза. Так, ну когда я тут все залью. Так, надо взять розовый цвет, это легко. Красный и вот. Так, вот так примерно где-то. Вот эту на самую тонкую. Например, ну если вы слишком хотите, чтобы все подробное видео было большое. Сейчас надо сделать это повыше, но ниже текста, потому что этот текст буду миллиард раз использовать, только его изменять. Такое хитрое. Не помню, конечно, как тут этот город называется, но вроде Гданск. Так, вот так. Вот так, сейчас еще белое. Так, на максимум белое. Все больше входить не надо, белое. Теперь вот так. И вот так. Потом кошак что-то сделал. Вот так. И вот тут. Да, конечно, это дело поменьше, то на весь экран. Вот так я это примерно уменьшаю. Так и пишем. Город. Гданск был взят Пруссией. Так,
А, где-то понимаю, где какие города. Так, сейчас мы это все закрываем. Например, уже войска Польши и России перешли в контрнаступление. Берем голубой и берем самый тонкий. И берем это, как будто они сейчас берут так, и ударяют блин, Кёнигсбергу. Так, надо. Ой, куда такую большую заливку? Вот, например, они прорваться к Кёнигсбергу. Так, ай. Ну, вы понимаете, как делать анимацию войны. Я сейчас сделаю анимацию войны и вам покажу результат. Ай, запись идет, запись идет. Ну вот, что получилось. Сейчас, вот когда мы сделали тут все, такое дело получилось. Теперь мы должны зайти в видеошоу. У меня ты в данном случае вид. Ой, видеошоу. Да, видеошоу надо соединять. Кадры. Сейчас я вам покажу, как соединять кадры. Так, надо вот так, потому что видеошоу. Нажимаем на слайд-шоу. Если вы делаете с интро, то на редактировать клип. Берем скетч. Именно на английском у вас будет. Это кадры, где написано текст, нажимаем 3 раза, где анимация войны, 1 раз, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, 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 так, тин, там, бум, 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 раз, два. 94 кадра, это 94 секунды. Нажимаем на нет, потому что там полная фигня. Потом настройки, длительность. Сейчас, наверное, у меня баг произойдет какой-нибудь. Берем длительность, ставим на 1.4. Тема. Нет темы. Вот. Получилось на минуту, на 2 минуты 11 секунд. Теперь нажимаем изменить. Мультимузыка. Сейчас мы должны выбрать какую-нибудь музыку. Так, ну у меня музыки много скачано, буду использовать из Hearth Iron 4. Так, который идет примерно на 2 минуты. Так, вот. Потом я в конце вам покажу это видео, соединю, и вы это видите в конце видео. Ну, проматываем, потому что мне лень это видео смотреть, все. Все, сделаем звук побольше. Вот так и все. Теперь потом нажимаем вот сюда, на эту, сохранить в галерее, режим HD. Так, мне недостаточно памяти. Стойте, потому что... Я уже отсниму последнюю часть этого видео. Ну как последнюю часть, я потом все смонтирую в одно видео. Все, я уже... Я вам показал, как мапперить на телефоне. Как... Ну как я мапперю. Я вам так и совет. Конечно, есть множество других советов. Но если... Ну, мое очень самое популярное видео на канале, это как мапперить на телефоне. Тоже было сделано 13 мая, сегодня. Это видео я делала весь день, хотя только немного утром, а сейчас вечером в 6 утра. В 6 утра, в 6 вечера. Короче, я сейчас с вами прощаюсь, надеюсь, то, что вы смогли что-то понять новое, и может вы сделаете, возможно, вы станете нормальным маппером. Первым нормально. Надеюсь, вы станете нормальным маппером. Хотя одно с моего видео, которое год назад помогло одному мапперу стать
помогло одному стать мапеху, и вы его все прекрасно знаете. Ладно, не буду вам мешать. Сейчас вы видите мое последнее видео, которое я сейчас сделал. При монтаже его сделаю. Надеюсь, вы его поставьте лики, подпишитесь на группу. В ВК у меня появилась там реклама, дофига можно найти. Еще как там его поставьте лики, подпишитесь на канал. Короче, ждите видос где-то через неделю. Я не знаю, когда будет следующий видос. Ну ладно, не буду вам мешать. Всем удачи, всем пока. Сейчас будете видеть мой видос. Пока-пока-пока. Надеюсь, вы что-то смогли узнать из этого видео несчастного. Потому что я его снимаю весь день. Здесь вы станете нормальным маппером и станете, как вы все прекрасно знаете, этого человека. Если вы не знаете, то я вам отвечу в комментариях. Все, пока сейчас увидите мое видео и поймете. Все, пока. Я завершила запись.